Всем добрый день. Вот стою на переходе, жду зеленого света, чтобы перейти на противоположную сторону улицы, ну и отправиться в очередное маленькое велопутешествие по улице Речной. О, дождался. Достаточно долго приходится стоять здесь на улице Лазарева в районе Магнита, чтобы дождаться зеленого света для пешеходов. Я хоть и с велосипедом, но пересекать здесь улицу нельзя. Увы. Да и опасно, если честно, хоть на велосипеде, хоть на чем. Вот я и воздерживаюсь. А тут хоть вообще слезаю с велосипеда и топаю пешком. Кирпич. Одним яма противотанковая. Ездят машины. Ну а мы с вами отправляемся на улицу Речную. Почему на Речную? Да потому что еду домой. А здесь я недавно был. Здесь недавно катался. Но другого пути у меня... Нет, точнее есть у меня другой путь, но... Че я по нему буду ездить еще раз? И еще раз, и еще раз. По одному и тому же маршруту не хочется кататься, поэтому поеду по-новому. Хотя этот новый тоже уже хорошо забыт и старый. Магазин «Пятерочка» выручает, но сейчас она не выручает. По-прежнему продаются квартирки в этом домике. Ну, мало ли кому-то надо будет. Мало ли. Вот, пожалуйста. Сейчас покажу вам. Точнее, продиктую номер телефона, офис продаж застройщика. +7 918 100 ровно 76 20. Могу и показать. Вот. Вот он. Дом в неплохом месте. Зимой, конечно, будет немножечко скучно. Хотя вот когда есть вот такие вот гуляющие люди веселые, этого скучно не будет. А летом здесь достаточно оживленное место. Много людей, столовых, отдыхающих, Прометей-клуб. Ну, правда, Прометей-клуб закрытое общество. Цены, говорят, там у него не очень дешевые, но, тем не менее, говорит, неплохо, неплохо. Точнее, не говорят, почему. Я сам там бывал как-то, но это было давно уже, и неправда. Мне понравилось, скажем так. Единственное, за что там надо было платить, это, кажется, за алкоголь и за сигареты, если не ошибаюсь, опять же. Все остальное ешь не хочу. Мороженое, пирожное. Все там есть. Улица Речная. Эту часть я уже также показывал. Наверное, во всех роликах я говорю одну и ту же фразу. Я это показывал, но это действительно так. В вечернее время, к сожалению, эта часть скучная, мрачная, я бы сказал, даже темная. Наверняка вы помните наши, так сказать, прогулки при луне, вечерние эфиры. И здесь вот было очень темно. С этого места только где-то что-то начиналось вот светиться, вот фонари, столбы. Пошли хозяева уже сами беспокоиться о свете в районе своих домовладений. Кстати, друзья, убедительная просьба на все, точнее, все ваши просьбы писать мне на почту. Тогда я на них буду реагировать. Написал их в комментариях. Конечно же, я прочту, но не факт, что запомню. Моя почта есть в сообществе. Посмотрите на YouTube-канале. Во всяком случае, точно. Но Яндекс.Дзене, правда, нету. Это да, это есть грешок. Но если вы мне напишите, я вам вышлю. Итак, улица Речная, Атташе. Все рядышком. Добрый день. Артур, сквер Адольского, с этой стороны. Вот. Ну, так как я еду домой, закончим мы, естественно, около Владимира и около Арки. Это улица Речная. Я ее пешком недавно проходил. Ну, возможно, кто-то не видел этот ролик. Но зато увидит этот ролик. Такое тоже бывает. Ролик коротенький. В принципе, скорее, это больше велопрогулка. Такая, ничего такого сверхъестественного. Нового, интересного, наверное, я вам не преподнес в этом ролике. Ну уж извините. Как бы так.
Кстати, вчера снимали фильм, я не знаю, я на маленьком эфире говорил, а вот у нас вот здесь вот снимали художественный фильм, я, правда, не помню, не знаю, как он называется. Знаю, что это что-то связанное с ребенком, которого там психически что-то там воспитывают или что-то там на него как-то влияет. В общем, ему везде кажутся драконы и чудятся драконы. И вот здесь вчера у нас проходила съемочка. С каким-то акцентом заговорил я. Вот, не знаю. Сказали, что это как бы пробы. Пока, так что посмотрим. Как узнаю название, как выйдет фильм, обязательно с вами поделюсь этой информацией. Ну, а на этом всем пока, всем до свидания. Привет с улицы Колораж, куда я и прибыл, прокатившись, сделав достаточно большой круг. Все, всем пока, до новых встреч.